Обещал Ультуна Германа заехать в горло. Пацаны, я обещал вам поехать прямо сейчас. Вот 11 часов, да? Я готов в данный момент. Артём, ну-ка еще раз скажи что-нибудь. Еще раз. Что? Так, отлично. Как ты рассчитываешь мои планы поехать куда-либо? Ну, на сколько процентов? Вот чисто из реала, из реализма. Ну а чё бы и нет? Вот именно почему. Меня что, завтра работа ждет? Нет. Меня что? Может быть, девчонка останавливает? Подождите. Ой-ой-ой. Дамочка моя, извини, извини. Ой, господи, Иисусе, господи, господи, дамочка моя. Девочка моя. Я никуда не хочу уезжать от тебя. Я буду денежку на тебя тратить, тратить, да. Хоть и ты не работаешь, хоть и ты у меня на шейке сидишь, да, вот так вот, да. Ой, господи, да я тебя обниму, поцелую, да я тебя, мушка, поцелую, пожалуйста. Но на самом деле, но на самом деле... Ты что? Рот закрой, бля, блядь, не видишь, что ли? Алкоголь, блядь, сраный, блядь. Я немного пожрал эту бабу, блядь. Эта баба не уважает меня. А ну иди сюда, блядь. Раз, два, три, поцелуй. Не надо трогать мою девушку. Не трогай мою девушку, иначе я уеду со своей девушкой, блядь. Она трогает мою девушку. Рот закрой свой, блядь. О, окей, я тогда уезжаю со своей девушкой, да. Да. Слушай, я просто... покричал со своей девушкой, блядь. У нас полный секс, ебать. Уйди. Иди отсюда, кыш. Кыш. У нас половой секс. Ты не знаешь, что такое? Половой секс. У меня даже есть, между прочим, заболели несколько. Сука, ты понимаешь, да? Что произошло из-за тебя, ебаная сука, ебучая бледуха, блядь. Вы видите, да, пацаны, что из этой твари произошло? Ты руки не сломай. Она мне не дала, блядь. Она мне не дала, блядь. Ты чё, ебанутый? Ты чё, блядь? Где сюда? Да что ты? Да вы смеёте, что ли? Какую скорую, блядь? Я тогда в бега подойду. Поду. Я тогда в бега пойду, ёпта, как в Техасе, ёпта, блядь. В пизду. Какую скорую, говорят, хотят вызвать. Пизда. Слушай, да, не надо было стримить. А? Не надо было стримить. Штативом, блядь, типа не надо пиздить.
Может быть, мои родители эти Стиви Спилберги, я не знаю. Мадемуазели. Скоро для Ксюши. Я уже... Я так выдохся вот, всеми этими жестами... У меня и руки несколько отсохли, но и помимо рук и нижней конечности, соответственно, ноги. Mm-hmm. Я могу лишь туловищем калибрировать. Так вот. Ну, будь у меня баба на хуе. Но бабы на хуе нет. Нет. Я мог бы просто вот так вот посадить. Германа Степанова. Я понимаю, если... Они наверняка, блядь, опять психушку ебанут. Едь спада, грычну подручный салон. Пусть его моют, там а тебе жизни, будут дрочить. Возьму с четырех рук негритянка и азиат. Логопедов, блядь, которые приедут. И им откусит шуха. Едь под Горын, под Горыч в дробиль. Не понимаю вообще, то, что ты написала вообще, don't understand. Любит Spice. Россия любит Spice? Нет, наверное, нет. Spice. Но тем не менее. Вот эта мразь, вот эта вот мразь, да? У нас это, из-за чего, вот, как в среднестатистической семье произошло, как мужик начинает бабу пиздить, так сразу соседи вмешиваются, блядь, родственники объявляются, соседи даже сверху, ёпта. А если ты служивый мужичок, то будь добр, блядь, получи звонок от маршала чуть ли не Жукова, нахуй. Вот, вот. Что ты с ним делаешь? Это называется прием питон? Это прием питона, не трогай меня, блядь! Это прием питона! Ты не понимаешь? Это прием питона. Да, да, Саша. Сука. Что вам надо от меня? Да. Да, да. А я поеду просто в Магадан, ёб тебя. Уйди, блядь, уйди, уйди. Мать мою, жизнь, блядь.
как ты с матерью общаешься, хуй. Зачем это носить-то? Господи. О, безумие. Это называется безумие. У одного ноунейма с хурагейфа есть такой клип. Типа, он называется безумие. О, безумие. Почему? Это называется действительно безумие. Взяли? Опять рыжая обезьянка, плагиат величайшего своего клана. Смирись, пускай один часов тебе соседи не этих, я мать ебал. Тысячи эти чмыри в 9-10 часов, они лишь выебываются только потому, что у них вот эта вот дуба ебаная идет. Они иногда по трубе ебашут. Но я им сам по трубе ебашу в ответ. Вот. И, собственно, они вот этим вот терроризируют меня. То, что якобы труба у нас идет, а мне похуй на эту трубу, блядь. Пускай они к застройщику, блядь, имеют ответы и вопросы и получают от него, блядь. Если какие-то проблемы, пучай не баба, блядь, вот этого жирнобасина подходит ко мне, а мужичок их. И если хотят, выйдем. Я выйду. Без проблем выйду. Вот и все.